предлагается расширить функции финансового оператора, единого оператора, и рассмотреть возможность его дополнительного финансирования. Что касается нефинансовой поддержки, исходя из анализа, который мы провели, в принципе, все инструменты нефинансовой поддержки экспортеров практически у нас предоставляются, однако вопрос, конечно, в эффективности предоставления данных нефинансовых мер поддержки непосредственно экспортерам. И в этой связи мы считаем, что внедрение принципа единого окна и создание блока сервисов — это будет основным вопросом, который позволит это решить. В целях устранения внешних торговых барьеров, в том числе по вопросам, связанным с техническим регулированием, во всех, как в рамках Евразийского экономического союза, ВТО и в наших двусторонних и многосторонних зонах свободной торговли, особое внимание будет уделяться вопросам устранения нетарифных барьеров в рамках зон свободной торговли.